Строители возводят два многоэтажных дома. Параллельно во дворе полным ходом идет работа. Здесь будет беседка для жильцов, детская площадка, тренажеры. Над коммуникациями разобьют газоны, чтобы были и эстетика, и возможность доступа. Улицу перед домом заасфальтировали, отгородили тротуар. Участок впишется в общую концепцию. На соседнем участке также намечено благоустройство, а неподалеку планируют разбить сквер к 80-летию образования Краснодарского края.